Случаются ли морщинки при блефаропластике нижнего века? Те морщинки, которые попадают в зону иссечения, это по сути, вот взять если ресничный край нижний, и миллиметра 3-4 ниже ресничного края, вот эта вся зона попадает. Все, что дальше и ниже с переходом на скуловую область, так называемые гусиные лапки, конечно же, они не попадают под зону иссечения, и с помощью хирургии, блефаропластики их устранить невозможно. Нужно делать другими способами, способами лазерной шлифовки, и в том числе профилактировать с помощью ботулотоксина.